открывается конкурс, он уже вообще открыт, голосование. Мы хотим в центре Москвы поставить памятник бездомным животным, памятник-копилку. Мы не первые, должен вам сказать. Первым стал город Тюмень. 3 года назад там сделали такой памятник-копилку. И за эти 3 года для Тюмени, я считаю, собрана невероятная сумма. Больше 1 000 000 рублей. Надеюсь, что Москва в этом смысле опередит Тюмень. И я надеюсь, что эти деньги будут помогать делать то, что делает фонд «Дарящий надежду» и все неравнодушные люди, которые любят животных. Здесь на третьей линии ГУМа, благодаря помощи Михаила Кусневича, компании «Боско» и директора ГУМа Тимура Кагуберидзе, мы устроили эту выставку здесь. И надо будет оставлять свои голоса. Какой из 11 проектов, макетиков, памятника вам понравится больше? Несмотря на трудные времена и недостаток средств, вопрос с бездомными животными нужно решать вместе. Государство должно поддерживать. Вернее, даже так, государство должно инициировать, а мы, общественность, должны поддерживать. Собака, которая 18 лет с тобой живет, это, знаете, это не просто член семьи, это часть тебя. Ведь собака, знаете, собака идет по улице, и сразу видно, каков у нее хозяин. Потому что характер собаки – это характер хозяина. Любите животных, занимайтесь ими. Если вы не любите животных, не занимайтесь ими. Ну, в общем, вот такая какая-то, понимаете, вещь. Мы, бездомные животные, демонстрируют нам, с какой скоростью мы теряем человеческий облик. Вот, собственно, это самый важный аспект, который меня беспокоит в данный момент. Я вообще считаю, что человек, который равнодушен к животным, он равнодушен к людям. Человек, который не поможет животным, не поможет и человеку. И это очень важно, особенно в современном мире, где столько равнодушия, жестокости. И я вообще считаю, это, ну, если не делом жизни, это может быть главной своей заботой, я этим занимаюсь много лет. Деньги пойдут на стерилизацию собак, на корм для собак. И самая главная забота вообще, может быть, главное, что я хочу сказать. Бездомных животных надо брать себе домой. Вот эти вот собаки, вы не представляете, и кошки, как они благодарны, когда у них находятся эти новые хозяева. Это так же, как брошенные дети находят новую семью. Вот у вас есть домашние животные? Конечно. У нас дома 3 собаки. Всегда было много собак. 2 поменьше, 1 побольше. Вот та, которая побольше, Саша, моя дочка, подобрала несколько лет назад у метро в коробочке картонной, выбросили. Вот, зовут ее Дуся, такая перепуганная, стреляная какая-то, ну, боится шума. Вот, но замечательная, добрейшая, обожаемая. Есть кролич Такси, Зося, есть такой самый мудрый, ну, у нас в семье самый старый на сегодняшний день, Соломон. Вот такой царь Соломон, скотч-терьер палевый.